Ким Чен Ын пригрозил Японии ядерными облаками. Лидера Северной Кореи возмутили призывы Японии к дальнейшим санкциям. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил Японии ядерными облаками, если руководство этой страны не перестанет призывать к дальнейшим санкциям, чтобы заставить КНДР свернуть свою ядерную и ракетную программу. Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, ЦТАК. Такой шантаж Японии провоцирует напряжение на Корейском полуострове и является самоубийством, которое принесет ядерные облака на японский архипелаг. Никто не знает, когда ситуация, доведена до взрывоопасного предела, превратится в ядерную войну, но если это произойдет, японский архипелаг будет охвачен огнем в одно мгновение. Это более чем очевидно, говорится в заявлении Ким Чен Ына. При этом ЦТАК ссылается на выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Генассамблее ООН, во время которого он призвал международное сообщество заблокировать экспорт товаров в КНДР. Как сообщал корреспондент Нет ранее, глава МИД КНДР Ли Йон Хо на сессии Генассамблеи ООН пригрозил президенту США Дональду Трампу последствиями за его оскорбительные высказывания о Северной Корее и ее лидере. По его словам, Трамп сделал непоправимую ошибку, сделав неотвратимым визит наших ракет на материковую территорию США. По материалам сайта news.com.